Итак, сегодня 9 февраля, согласно указу президента Российской Федерации и Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами нашей Родины Бориса Николаевича Ельцина, и на основании его указа, согласно приказу министра обороны и распоряжению Ленинского районного военного комиссара, мандатная комиссия проходила в помещении военной кафедры МГМА на левом берегу, за калибровкой. Вот здесь мы сегодня и находимся. И сейчас мы спросим у ребят, которые здесь проходят мандатную комиссию, у завтрашних офицеров российской армии, как они относятся вот к тому, что сразу после окончания академии они попадают в войска. Итак, вперед! Учились, 5 лет учились, и тут 2 года теряется, в общем-то, из жизни. Потом только вот женился недавно, это семья обзавелся, и все это бросается, все это в армию не устраивает. Так. Хорошо, а саботаж будет? Нет, не устраивает. Нет, саботаж вот в отношении этих указов и приказов. С моей стороны. С моей стороны. Против государства не попрешь. 4-й канал телевидения. Ну, вообще-то, мы от чего бежали, к тому и прибежали. Значит, с моей точки зрения, то, что, значит, студенты, разумеется, не должны служить, потому что те знания, которые мы получили в институте, они, в общем-то, уйдут на нет, не зайдут на нет. Вот, в общем-то, и все. Стептеев Сергей Александрович. То есть вы закончили горно-металлургическую академию, и теперь сегодня вас в первый раз, 9 числа, согласно приказу министра обороны, согласно указу президента и приказу, соответственно, Ленинского райвоенкома, вас призывают в войска, или что вам сказала мандатная комиссия? Да, я заканчиваю академию Магнитогорскую, и мандатная комиссия нас призывает уже по окончанию учебы для прохождения службы. То есть вы будете лейтенантом где конкретно? Да, я буду лейтенантом, служить лейтенантом, но куда, нас еще не определили, где мы будем служить. Ну вот и ваше отношение ко всему этому? Ну, конечно, обидно то, что мы отучились 5 лет и все-таки пойдем сейчас служить, как можно сказать, даром пройдут эти 5 лет, все равно все забудется. Конечно, ну как... Обидно. Обидно, да. Но и тем не менее вы не саботируете вот эти указы? Нет, конечно, не саботируем, но... Но обидно. Но обидно, да.